когда мы только начинали работу и когда я только познакомилась с Ирой, как будто бы мои мысли об этом проекте, они были более формальные. И мне очень нравилась задумка, мне очень нравилась идея с точки зрения того, как это работает с культурой, ну, в каком-то смысле с русскостью, с нашим бессознательным, с неким коллективным пластом больших эмоций, ощущений и смыслов. И мне казалось, что это что-то очень значимое, то есть что-то очень значимое социально, культурно, для российского общества, для того периода времени, в котором мы находились, когда мы начинали постановочный процесс, то со временем это переросло просто в более личный опыт. И мне сейчас даже как будто бы уже сложно говорить о каких-то отдаленных от меня смыслах, как будто бы все стало очень личным и персональным. Я не воспринимаю какие-то процессы, которые происходят внутри спектакля, как формальные, я их воспринимаю как личные, как внутренние. В этом плане как раз-таки, так как я всегда работала с эмоциями, этот проект был огромным таким шагом вперед, потому что если раньше это был формат 7-минутного соло, да, то здесь он расширился до спектакля длительностью практически час. Это огромная работа над собой, над своими ощущениями, находиться в различных состояниях, не всегда очень приятных для себя на протяжении длительного времени. Этот проект мне дал возможность углубляться в эмоциональные исследования, которые я, в принципе, считаю в каком-то смысле ключевым. Может быть, не для всех танцовщиков, но для своего творчества точно. У меня очень много мыслей на тему эмоций и на то, каким должен быть танец. И вот в Хтонии оно случается именно так, как, мне кажется, должен работать танец, как должен работать пластический театр, физический театр и тело танцовщика.